Ну что, Сергей Иванович, на должность начальника отдела проверки качества вы нам вполне подходите, так что знакомьтесь. Коллектив у нас хороший, хороший, дружный коллектив. А вы, у вас кошки есть? Ну есть, а при чем тут кошки? Как это, при чем? Вам же надо будет проверять качество нашей продукции. Ну-ну. Подпишись. Хорошо, я сейчас покажу. Андрюш, алло, можно тебя на минуту, а? Спасибо большое. Вот смотрите. А кто это сделал? Кто? Вот ты это сделал? Кто? Вот ты это сделал? Кто? Я! Вот. Сделано неплохо. Ну, брысь сюда. Вот. Так что опыт общения с кошками вам очень-очень поможет в вашей, так сказать, работе.